Привет, ребята! Сегодня я ходила в магазин Сатурн и приобрела мне покупки. Покупки нужны для моего канала, для блогера, покупки блогера. Сейчас я вам покажу, переверну камеру, и вы увидите, что я купила. Итак, ребята, перевернула камеру, и теперь я вам покажу. Это у моего сыночка Эрика такая мышка, она светится, а здесь у нас вулкан. Мы купили ему такую вот подложку для стола. Мне она так нравится, даже мне нравится. Итак, переходим к моим покупкам. Я купила карточку на 128 гигабайт. Она очень скоростная. Она уже идет на 4К. И это от фирмы SanDisk. И цена ее 31 евро. Итак, следующая покупка прилетела от Эрика. Он любит все так посылать. Шутка, конечно. Это мне наушники. Наушники с микрофоном. Здесь нет русского языка, но есть другие: итальянский, немецкий, польский, французский. Ну ладно, это не важно в данный момент. В данный момент это наушники. Мне почему-то именно нравится вот эта форма. Я не люблю, когда силиконовые штучки для уш. Мне нравится мой старый тип, можно сказать. И цена их была 14,99 в Сатурне. Наушники эти от фирмы Easy. Я буду использовать их, когда я буду бегать утром. Ну, конечно, я в конце видео все распакую и покажу вам. Затем это трехножка такая вот интересная, чтобы поставить камеру на нее и можно будет снимать. Эта трехножка, она идет для камеры, фотоаппарата или камкордер. Что это такое? Я думаю, это очень удачная покупка для меня, а также для любого блогера. И третья моя покупочка — селфи-палка. Она идет также для телефона и для камеры. Она уже на кнопочках заряжается. Я думаю, что она тоже очень удобная и очень нужная штука в дороге или на каждый день нам, блогерам. В общем, это стоило 19,99, в общем, 20 евро. И это стоило... Сколько это стоило? И это стоило 15 евро от фирмы Rolei. А теперь распакуем, ребята. Вот карточка в таком чипе находится. Следующая покупка. Вот так вот, ребята, выглядят наушники. Неплохие наушники. Вот, пожалуйста, можно громкость регулировать. Следующая, ребята, покупка. Вот такая трехножка. Вот это можно вкрутить в камеру и поставить. И она вот стоит. Ее можно изогнуть, как вам удобно. Также ее можно расслабить. И она может поворачиваться куда вам надо. 360 градусов разворачивается. Очень удобно. Тут шарик. Итак, дальше. Дальше у нас селфи-пачка. Селфи-пачка. Селфи-палка. Извиняюсь. Так. Там что-то еще. Так, в селфи-палке у нас находится книжечка. Книжечка, как пользоваться. Здесь лежит гарантия. Так, это инструкция. Затем кабель. Снимаем фольгу. Так, давайте попробуем сразу. Это можно зарядить, она уже заряжена. Я думала, что она еще не заряжена. И можно поставить телефон. И здесь
по Bluetooth можно включить и на кнопочку нажать и сфотографироваться. Уже не надо лезть в телефон и включать. Я думаю, что это очень удобно. Тоже так же она раскручивается и ставится позиция, какую вам нужно, и в ширь, и в длину. Я думаю, что я купила очень нужные и удобные покупочки от фирмы Rolai. Также она как-то раскручивается. Сейчас я разберусь. А вот, ребята, посмотрите, здесь даже написано, что ее надо повернуть. Повернуть, и тогда она растягивается. Растягивается на 90 сантиметров. Вот, ребята, она растягивается на 90 сантиметров. Здорово себя снимать. Птичьего полета. Огромное спасибо, ребята, что вы были со мной до конца. Спасибо, что вы посмотрели мою покупку, нужную для каждого блогера, очень полезные покупки. Кстати, по скрипу у меня уже в руках селфи-палка, и она мне очень нравится, очень, кстати, удобно. Желаю вам крепкого здоровья и всем пока-пока. С вами была Натали на канале Ната.